Эти ребята могут похвастать не только прекрасным вкусом и мастерством, но и стремлением создавать нечто уникальное и неповторимое, способное удивлять. В программе молодые украинские керамисты расскажут о своем творчестве. Погнали! Привет, ребята! Привет! Привет! Как вас зовут, ребята? Что будете сегодня нам рассказывать? Меня зовут Лера. Меня зовут Сергей. Меня зовут Даша. Мы художники-керамисты из города Киева. Сегодня вам расскажем о глине, полепим немножко вместе. Пошли с нами. Ребята, какая посуда у вас дома? Ну, у меня есть керамическая. Есть, ну, не вся, конечно, но частично. Есть чайник такой керамический, тарелки. Очень здорово, когда керамическая посуда, потому что... Ты когда с нее ешь, пьешь, очень душевно получается. У нас тоже есть керамическая посуда. Вот, в основном это работа Даши. Вот, много чашек очень красивых там расписных. Руки должны быть сильные, вы знаете, как у пианистов, там пальцы длинные. Руки сильные должны быть, скорее всего, когда, если речь идет о гончарном круге. А если ты лепишь просто руками, то тут главное не сила, а главное тонко чувствовать глину, как девушку. Какие месседжи будущим поколениям хотите донести? Ну, главное, чтобы твоя работа приносила тебе удовольствие. Это я поняла уже, когда занималась чем-то, что мне не нравится. Керамика и вот непосредственно вот этот контакт с глиной, он был с самого детства. Потом длительный период времени... как это было такое затишье. Ну, не то чтобы затишье, просто я больше ушла там в рисование. И где-то больше, где-то полтора года назад я так периодически возвращалась к этому, но каждый раз, когда я брала глину в руки и начинала что-то делать, это такой очень медитативный процесс, очень интересный. И она тебя как бы поглощала, и вот ты забываешь обо всем, ты просто соединяешься и начинаешь создавать какие-то вещи, которые иногда ты как бы даже не подвластен понять, что в итоге, что у тебя получится, потому что это, ну, такая магия какая-то происходит, ну, вот, ну, а так, в принципе, вот с детства я с ней дружу. Больше всего, что мне нравится в керамике, это сам процесс, когда ты создаешь, ты вот можешь себя почувствовать, ну, это может очень громко, да, звучит как творец, но каждый человек, который что-то создает, это чувство не передавая. То есть это такое ощущение свободы внутри тебя, ты понимаешь, что у тебя нет никаких рамок, ты никому не должен, ты делаешь так, как ты чувствуешь. И вот это ощущение свободы дает тебе такое, ну, какое-то безграничное вдохновение, чувство спокойствия, чувство гармонии внутренней. Керамикой на самом деле занимаюсь очень давно, с самого детства. Я даже не знал, что занимаюсь еще. Я помогал папе с самых ранних лет. Его мастерская была в моей школе. И получается, что с первого класса каждый день помогал ему что-то. Ну, сначала кто-то уборочку делал, черновую работу. И так получилось, что как-то волей-неволей, но папа мне, можно сказать, навязал с ранних лет любовь к керамике. И уже после института я, немного поработав по специальности, все-таки понял, что нужно продолжать семейное дело. И я пришел к отцу в мастерскую уже как осознанно. В керамике мне больше всего нравится сам материал глина. Это материал, с которым можно экспериментировать очень-очень много. Всегда есть какая-то интрига, когда ты делаешь работу, ставишь ее на обжиг, что получится в итоге. Я начинала это все с детства. Меня отправили в художественную школу, но там было больше рисования, живописи, как бы керамики особо не было, скульптура. Когда уже я окончила художественную школу, был выбор либо стать просто художником, либо заниматься керамикой. Мне стало это интересно, потому что
есть много материалов, живопись, краски, глина. Можно разнообразить свое искусство. Намного больше возможностей, намного больше творчества и проявления себя в материале, во всем. Рабочий процесс. Ну что сказать? Когда лепишь, ты кайфуешь. Когда я леплю, я очень люблю включать в себя музыку. Потом у меня есть палочки, пахучки такие. Я включаю палочку, включаю музыку и начинаю лепить. И иногда бывает лепишь-лепишь, а потом получается совсем что-то оригинальное и неожиданное. На данный момент очень много всяких мастер-классов, вот, где... Если есть желание, то можно научиться с нуля. Очень много мастеров, которые готовы поделиться своим опытом, рассказать, научить. Я вот на протяжении полутора месяца пыталась найти учителя. То есть я как бы послала такой сигнал, думаю, как бы мне найти действительно такого человека, который поможет мне вспомнить все штуки, которые я когда-то знала. И так сложились звезды, что знакомые знакомых и в итоге как бы привели меня к Марку Галенко. Это Сережин отец, это очень талантливый керамист. И когда я к нему пришла, что мне больше всего понравилось, то что вот есть разные учителя, да, но вот настоящий учитель, какой он, это тот, не который будет тебе рассказывать, там, это надо так, а это не так, а который тебе просто скажет, вот у тебя есть способности, у тебя есть талант, да, я тебе не должен сейчас рассказывать, там, как правильно, как неправильно, я просто тебе должен помочь вытащить из тебя вот то, что заложено в тебе, и дать ему возможность проявиться. Обучение мне нравилось, потому что у нас были мастерские, был творческий процесс, не так, как обычные студенты ходят на лекции. То есть, ну, было и такое, но больше всего это мастерская, там, самообразование такое, скажем. Ты хочешь, ты занимаешься, не хочешь, не занимаешься. Кто-то сидел 2 часа, кто-то сидел 2 дня над работой. Мы могли уходить в 7-8 вечера, и это было круто на самом деле. Изучали все. В институте тебе дают и рисунок, и живопись, и скульптура, и гончарство. И каждый выбирает то, что ему более близко. Я, например, не гончарила, мне нравилась просто лепка, мне нравилась большая скульптура, что-то ручное, и большая, и мелкая, но именно ручное, потому что я села за гончарный круг. Как-то не приложилось мне это все, мне было скучно. Холодно и как-то, ну, это было не мое. Конечно, сложности, они присутствуют всегда, и когда кто-то говорит, что да, там, сейчас, раз-два и все, ну, это, как правило, я думаю, что это, ну, лукавит, потому что ни один путь не бывает без трудностей. Они, наоборот, даже стимулируют. Вот бывает, что у тебя не получается что-то с первого раза, да, и если ты такой оптимист и настроен на то, что у тебя получится, то ты будешь делать 10 раз, пока у тебя не получится. Но в чем плюс? Когда ты сделал 10 раз, у тебя уже автоматически получается. То есть есть уже вещи, которые уходят на задний план, ты просто о них уже не думаешь, у тебя уже руки. Если мы говорим, например, о керамике, да, то у тебя руки уже сами это делают. Это, конечно, процесс нелегкий, но когда ты в него вникаешь, когда он тебя поглощает, то эти трудности, они, наоборот, становятся в кайф. Зачастую сложности связаны с технологическим процессом, потому что глина очень капризный материал, очень много каких-то проблем, ошибок возникает из-за каких-то температурных перепадов. В печи там очень много своих нюансов, нужно выдерживать определенные температуры. Поэтому керамика требует выдерживания технологического процесса. Со сложностями именно в глине все непредсказуемо, потому что, во-первых, это был сначала новый материал, потом были проблемы с обжигами. На самом деле это, особенно в институте, это очень сложно, потому что много студентов, а печь одна. Были такие проблемы, например, глазурь, она в цвете, она может быть полностью белой, но после обжига этот белый цвет может быть и белым, и синим, и красным.
Были такие случаи, когда ты покрасил, думал, что будет прозрачное, а оно стало каким-то белым, ты сидишь такой, а как так? Какие-то пузыри идут. Это постоянно какие-то эксперименты, ты никогда не знаешь, что получится. Я вот наблюдаю последние несколько, там, не знаю, лет 5-6, что активно у нас люди начинают заниматься керамикой. Не только у нас, вот в странах СНГ все больше и больше разных мастеров появляется, и скульпторы, и керамисты. Касательно того, что востребовано, я наблюдаю, что очень многие сейчас интересуются посудой керамической. Мне нравится делать больше скульптуры какие-то тематические, чтобы она несла в себе какой-то смысл, какую-то историю. Моя самая первая работа – это слоник. Это бирюзовый слоник, такая круглая, стилизованная скульптура, смешная. Больше всего мне нравится делать какие-то практичные вещи, чтобы это было не просто скульптура, а, допустим, светильники, часы. Моя любимая работа – это часы в таком стиле примитивизм. Они ровной прямоугольной формы, вот высокие, 1,20 м в высоту. Над этой работой я трудился около месяца. Первую осознанную работу я уже в институте лепила. А вообще больше всего запомнилась та, которую я красила. Потому что она была такая неожиданная. Я не знала, получится, не получится, потому что делала все глазурью. Первый раз работала глазурью, даже интереснее, чем глина. Я больше всего люблю делать горшки для цветов. Из глины можно много чего сделать. Можно делать... Да вообще, что угодно можно делать. И на стену лепить у меня, и на стене, и в ванной висит там панно, и на полках стоят эти сувениры, и лампы, и светильники. Выставки, конечно, безусловно, проходят. У нас очень много есть выставок, связанных с керамикой. И это здорово, что у нас вообще легко, в принципе, зайдя в интернет, найти, что где происходит. Очень много разных мероприятий интересных. И туда приходят и керамисты, и скульпторы, и просто люди, которым это интересно. И все взаимодействуют, знакомятся. Это очень хорошая площадка найти новые знакомства, хороших друзей, просто прийти за вдохновением. В Украине очень много высококлассных мастеров. Они часто принимают участие в международных симпозиумах по керамике. Это и Европа, и Азия. Очень много симпозиумов проводится в Корее, в Китае. Я также принимал участие в симпозиуме по керамике в Китае уже дважды. Очень понравилась организация на высшем уровне. Они к нам очень внимательны, всегда идут на уступки, очень радуют условия участия в симпозиуме. Очень классно получилось пообщаться с иностранными мастерами, поделиться опытом. Существует какое-то комьюнити украинских керамистов? Да, существует, потому что эта профессия достаточно такая своеобразная, поэтому людей мало. Мало кто занимается такой как бы вещью, как глина. Поэтому практически все друг друга знаем, общаемся, ходим на разные выставки, друг друга поддерживаем и творчески развиваемся. Поддерживаете как-то связь, может быть, с европейскими мастерами? Есть какие-то знакомые? Больше с восточными. Мы участвовали на симпозиуме по керамике в Китае, ездили неоднократно, с европейскими тоже. Какое будущее украинской керамики, по-вашему? Ну, я думаю, что будущее светлое. И, в принципе, у нас очень много в стране талантливых молодых керамистов и, в принципе, художников. И так как в последнее время есть такой потенциал, все развивается, я думаю, что очень хорошее светлое будущее нас ждет всех. Ребята, счастливо. Надеемся, вам все очень понравилось. До новых встреч. Пока.